Сотрудники Роспотребнадзора накануне отметили свой профессиональный праздник. Служба проводит профилактические мероприятия по предупреждению эпидемий, ведет контроль условий труда, занимается защитой прав потребителей. Сотрудников территориального отдела Роспотребнадзора поздравил первый заместитель главы города Михаил Гурин. Знаем, что плотно отрабатываете со всеми организациями, что вода у нас чистая, проверяется, все без опаски, можно из крана пить. Большое спасибо за работу. Желаю вам здоровья, желаю вам удачи. За многолетний добросовестный труд врачам по общей гигиене Анастасии Абуевой и Юлии Кононенко вручили благодарственные письма главы города. В организации очень много специалистов, есть лаборатория. И вот моя награда, наверное, это не только моя награда, но и заслуга всех специалистов, которые работают со мной в команде, в нашем дружном коллективе. На сегодняшний день в территориальном отделе Роспотребнадзора трудится 24 человека. Все они вносят неоценимый вклад в охрану здоровья жителей города.